Саратовский преступный мир законниками был насыщен. И хоть равны между собой, авторитетами различны. Одним из этих бедолаг, кого в Союзе уважали, Владимир Анкудинов был, его хозяйкой прозвали. Родился он после войны в старинном городе Аткарске. Там детство с юностью провел, откуда в Энгельс перебрался. В 15 Вову за разбой на полторашку осудили и направление судьбы тем самым предопределили. Освободился он в 17 и полтора года гулял, затем пятерку за бакланку, как многие тогда поймал. Между второй и третьей ходкой был год всего-то перерыв. Мохнатый сейф ему пришили, 7 лет уже определив. Помимо срока Анкудинов к лечению был осужден. Признал судья в нем наркомана, что марафетом увлечен. Стабильно год дышал свободой, перед четвертой ходкой он. 14 ему впаяли, в Энгельсе снова за разбой. Мордак крестил хозяйку вора, и не ошибся в этом он. Был бессеребренником Вова, чтил свято воровской закон. Жил в покосившемся домишке и не имел семьи, детей. Богатств не нажил он в помине, хранитель воровских идей. Судьей третейским, как советчик, хозяйка выступал не раз. Неодобрителен был очень к ворам с коммерцией за связь. Публичным не был человеком и не давал он интервью. Фотографировался мало, скрывал от многих жизнь свою. По многим крытым покатали хозяйку за последний срок. В Новочеркасске, во Владимир, для тубиком больных покров. В поселке Бира на больничке хозяйка срок свой добивал. В Хабаровске хотел остаться, но душу Бог его забрал. Покойся с миром же, Володя, память бессмертна о тебе. Нес ты достойно воровское погрешной матушке земле.